Вообще еще интересно, если у вас есть какая-то тема для обсуждения или какие-то дебаты, или можно это в обучении, например, встроить, допустим, в отделе продаж или еще где-то, вы сажаете там двух людей, условно, там на два стула, да, друг напротив друга, и потом говорите, что вы должны друг друга точку зрения взять и как бы доказывать. То есть тот, кто был против этой точки зрения, он наоборот за нее топит, и наоборот. То есть они меняются ролями, и каждый начинает, как сказать, как адвокат, да, защищать свою точку зрения. Что это позволяет? Во-первых, это как бы нестандартно и интересно людям запомнится. А во-вторых, это показывает о том, что на проблему нельзя смотреть однобоко. И вы под разными углами все это можете рассмотреть. И так, может что-то в этом родиться новое. Либо можно людей разбить на небольшие группы по 3-4 человека, и чтобы они также обсуждали. Либо в маленьких группах, а потом как бы на дебаты. В чем идея, что когда маленькая группа, во-первых, это не идет массовый какой-то поток, да, это не шаблонно идет мышление. Но, во-вторых, все группы могут пообщаться, то есть никто не останется незамеченным. То есть там, если 2-3 человека, то не получится не отмолчаться, и это тренирует в людях такую мышцу смелости, что они могут высказаться и реально быть услышанными, что-то изменить.